Добрый день, обзор мотоцикла Kawasaki ZX6 Ninja. Данный мотоцикл 2003 года, привезен из Нидерландов, растаможен, получен электронный ПТС, находится в ближайшем Подмосковье. Сразу хотелось бы сказать, что всю мототехнику мы можем отправить в регионы России транспортными компаниями в радиусе 200 километров от нас, можем доставить собственными силами. Стоимость доставки до транспортной компании и до вашего города, пожалуйста, узнавайте на сайте транспортной компании. Значит, мотоцикл 2003 года, пробег 38 тысяч километров, оригинальный пластик. Сейчас покажу некоторые нюансы, на пластике имеются. Есть сигнализация. Передняя резина 16 года, без трещин, без дефектов, с хорошим протектором. Диски тормозные еще с запасом по износу. Колодки передние процентов 50-60. Вилочка сухая, пыльники не драны, потеков на вилке нет. Заднее колесо, ну, можно сказать, на сезон, может, на начало сезона, в зависимости от кто сколько ездит. Трещинок нет, но резина 12 года. Но скажу, что совсем не дубовая. Так, по цепи. Надеюсь, метку видно. Здесь еще большой запас по цепи, по звездам. Сейчас покажу звездочку. Также метка с этой стороны. Так, что еще сказать? Завести. Так, на данном мотоцикле поменяли масло и чистили карбюраторы. То, что в принципе можно сразу начинать сезон, масло уже нет необходимости сразу менять. Так, теперь по нюансам по пластику. Значит, вот видно, что ретушировали здесь на баке маленькую царапину, без вмятины, просто подкрашено. Так, на заднем пластике вот маленькая, соответственно, здесь вот мелкие царапины, не знаю, видно на видео, так, наверное, видно. И получается, на правой стороне вот присутствует такая трещина. Повторюсь, пластик оригинальный.
оригинальные наклейки, оригинальный пластик. Поэтому мотоциклу 20 лет. Как вы понимаете, иногда бывают косметические недостатки. Всех благодарю за просмотр. Как всегда, призываю, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на данный YouTube канал, если вы смотрите ролики на YouTube. Постоянно у нас происходит пополнение ассортимента. На данный момент осталось еще Yamaha в очень крутом состоянии. UZF 600 Bandit есть, относительно недорогой. И в ближайшее время ожидаем пополнения порядка 7-10 мотоциклов. Поэтому подписывайтесь, будете в курсе новых поступлений. Еще раз большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, крепкого здоровья. Всего наилучшего. До свидания.